Огонь. Обрушился огонь орудий, и целых 3 часа подряд не разговаривали люди и били пули не в попад, и навсегда оглохнув, птицы бесшумные спешили прочь, за ними вслед сверкнув зорницей, на запад отступала ночь. Громада огненного вала шла всем стихиям вопреки, дубы с корнями вырывала, колола скалы на куски. В пике упали самолеты, танк загремел, и, наконец, безмолвно двинулась пехота по грудь в воде через Донец. Артиллеристу жарко стало, он полз к реке на животе, и пот, смахнув рукой усталый, припал.